Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов, и мы продолжаем проходить игру под названием Носферату Гнев Малакая. Наушники другие, потому что эти наушники, ой, как громко. Потому что я наушники забыл в другом месте. Так, что-то у нас тут происходит, я уже не помню, честно говоря. Угу. Я вроде хотел сходить в подвал. Ну пошли. Ух ты, ё-моё. Мы кого-то пытались спасти, но чё-то никого нет пока. Люди. В прошлой серии у нас была просто куча дичайшая убитых тварей. Слышь, вставай. В некоторых местах меня смущает то, что лежат трупы там, где... Фак. Тьфу ты. И сюда. Ну что ты? Так, сколько у меня их тут? 12, отлично. Так, F5. Открывай. Уйди, а! Конечно, надо было, наверное, мечом зарубать или из револьвера, но что-то мне так времени охота тратить. Я посмотрел, сколько примерно, ну, на YouTube по другим плейлистам, не саму игру посмотрел, а просто по плейлистам пощелкал, количество примерно где-то серий на 7-8 у всех по... Что у нас? Ну, о, открывается, отлично. Серии по 7-8 где-то по 35 минут, по 30, по 35, по 40, может быть. Ну так я... А, так это просто тупо вниз теперь спуститься можно, получается. Да погоди, что за бред? Я шел. Может, здесь сохранение, что ли, началось? Вот такие похожие помещения здесь, что просто... Короче говоря, что, в принципе, игрушка не очень длинная, и мы довольно-таки быстро должны ее пройти. Как я уже говорил, главное, что меня волнует... Да, вылазь, кто тут есть. Это дедуля. У деду... Ну откуда ты здесь, а? Ох ты, сука! Стой! Стой, ублюдок! Фу, блядь, они такие мерзкие. Фу, кошмар. Так, что у нас с револьвером? А, написали еще такую штуку, что револьвер, короче говоря... Так, F5. О, F5. Что когда перезаряжается, он выкидывает патроны. Те, которые не дострелял. Я как, два раза выстрел, перезарядиться надо, да? Он типа выкидывает. Ну-ка, дай-ка посмотрим. Раз, два. Вот осталось два патрона, давай. Он реально взял, два выкинул. Охереть. Да, товарищ, кто мне это написал, не помню твоего ника, к сожалению, на память. Но, во-первых, мне это и мой друг, который, собственно, в нее тоже играл, говорил, что что-то такое было. И ты оказался прав, да. Он такие выкидывает патроны, учту. Спасибо. Дельный совет. Так, ладно. Нет, 3, 4. О, поехали. Хотя давай пока вот с ним походим. F5. Я, честно говоря, уже не очень хорошо... Твою же мать! 6. Я забываю, у меня же рефлекторно, после того, как выстрелил несколько раз во врага, надо перезарядиться. Это понятно. Наш товарищ эпилептик пока что дергает своей ручкой. Ну, в общем, поняли. В общем, смысл в том, что игру пройдем мы довольно-таки быстро. Патроны он, сука, выкидывает. Так, сколько у меня? У меня 4. 1, 2, 3. Ну давай, иди сюда. 4. А, так у меня я все равно их 4 просрал. Ну ладно, окей. Я очень хорошо понимаю, куда мы идем. Чем мы вообще? Мы нашли ключ от комнаты боли. Хрен ли толку, если это та же самая помещалка, в которой... Ну вот мы здесь были, ну серьезно, я же говорю. Вот пулканы. Там где-то наверху были наши эти товарищи боевые, которых мы отсюда вывели через эти пулканы. Блин, у меня аж прям мурашки по коже. Я реально все, я в панике, я потерялся. И здесь я ходил. Вот, мы пошли, короче говоря, в предыдущей серии, по-моему, нет, или в позапрошлой.
Какой? Я не помню. Короче, мы пошли вот сюда. А здесь мы отсюда выводили трех дебилов. Окей, давай вернемся вообще назад. Ну вот, да, это место. Вот это место. Окей. F5. И, кстати, да, вот здесь можно открыть. И хрен ли толку от этой комнаты боли? Я, если честно, не очень понял. Ну, ключ от комнаты... Ух ты, здесь вон сколько... Я жопу взял? Ага, отлично. Туди-ру-ди-ру. Туди-ру-ди-ру. Пять. Все? Ага, отлично. А. Это что у нас? Восточная башня. Ну так в Восточной башне мы были. Не, нахер. В Восточной башне мы были. Бляха-муха, я потерялся, серьезно. А, вот, выход. Ну а хрен ли толку, у меня же ключей новых-то не появилось. Я никого не спас. Возможно, там где-то должна была быть эта тетка, которую мы должны были спасти. Но поскольку мы ее не спасли, то как бы... Все. Надо идти в... Ну, тихо. Игра, ты что? То надо идти теперь в другое место. Возможно, так, F5. А, там еще, кстати говоря, мы же не везде сходили. Там еще до хера куда можно сходить. Точнее, не сюда, а вот здесь. Так, пойдем к доктору быстренько забежим. А, и воды, надо воды набрать в чашу. Обязательно набрать в чашу воды. А то я уже всю прошлую серию без чаши проходил. Мы этого упыря могли бы загасить вообще значительно быстрее. Так, где тут у нас доктор? Доктор? Спасибо. Доктор Амерсфилд, если не ошибаюсь. Ну-ка. Ну. Понятно, чаша пустая, поэтому он... Так, дай-ка мы пока на всякий случай... Меч возьмем, а то мало ли. Какой-нибудь враг тут отреспился. Так, чашка. Отлично. Чё так мало? А, хотя их всего 5, по-моему, есть, да. Так, теперь давай смотреть. Здесь у нас это что? Замок. Дверь, нужен ключ от замка. Там мы вроде все обошли. Мы начали обходить вот здесь, а потом я вспомнил, что мы еще в прошлое обошли не все. И там оказался аж босс. Вот. Чья-то кровяка еще с прошлого раза. Тоже не особо понятно, чья. Ну да ладно. Так, здесь у нас что? До сих пор светится зеленым. Непонятно. Тут пустая комната. А пошли. Светится зеленым. Значит, что-то мы здесь еще не сделали. Ну так там в конце завалено все. Что толку-то? Динамита у меня никакого нету. Здесь труп. Да. И все. Возможно, как-то все это можно... Давай-ка ради интереса. Конечно же нет. Да. Непонятно что-то. Я что-то вообще не вдупляю, честно говоря, куда. Куда, чего, зачем. Кто-то так смотришь, я раньше смотрел в этих наушниках, какой-то я здоровый, некрасивый. Прямо фу-фу-фу. Сейчас лучше ничего так вроде. Так, значит, тут у нас пустая комната. Пошли, что здесь у нас? Тут западное крыло. Да хорош. Тут что? А, тут просто подвал, в котором кто-то сидел, я его тоже... Полночь. Сейчас через 10 секунд будет полночь. Да, тут я был. Может, что в полночь произойдет? Я вообще не помню, что я в эту игру целиком-то, я в нее так кусочек какой-то видел в свое время. Полночь, пробуждаются силы зла. А-а-а. Что-то мне сыкотно стало прям вообще. То есть раньше это они еще не пробудились, да? То есть вот то, что до этого все творилось, это так, цветочки, да? Пацаны, а давайте вы двери все повышибаете, силы зла. Давайте прям сюда все вот вываливайте. Со мной тут драка будет дикая. Замес такой, я еле выживу, все дела. Но зато все двери будут открыты, окей? Ай, господи. Так.
На кладбище нужен был ключ тоже. Ну а хрен ли толку туда идти? Там она единственная часовенка. Так, что у меня есть, кстати говоря? У меня есть ключ Десмодея этого, которого мы укандохали в прошлой серии. От восточной башни, от восточного крыла. И ключ от комнаты боли. У меня такое впечатление, что мы комнату боли как-то еще не все обследовали. Блин, было бы здесь как в Resident Evil. Типа что... Мыши разлетались. Типа что ключ больше вам не нужен, выкиньте его нахер. Вот это было бы здорово. Не, ребят, это уже не пугает, серьезно. Первые три раза это было даже страшно. Так. Да. Ну давай! Теперь, я так понимаю, надо смотреть в оба, потому что еще какой-нибудь хрень может выпрыгнуть. А может там последний скелет станет? Ну-ка. Скелетон. Там сказали, силы зла пробуждается, слышь? Ну ты проспишь все на свете, Да. Так и запишем, но построение не явился. Ну серьезно. Ключ от комнаты боли. Комната боли была вот тут. Тяжелая аура окружает валун, преграждающий путь. Только с божьей помощью... Да ладно, серьезно? Уйди. Нет. Ну-ка, так. Ой-ой-ё. Ой-ой-ё. Как сакер-ё. Не, заклинание как сакинга не помогает. Только с божьей... Твою же жизнь. Да хорош, ты 10 патронов выкинул. Иди ты в жопу, знаешь, что? Ну, видал, что взял всю кучу. Да, блин, ну я забываю. Это так тупо, серьезно. Ведь по инерции выстрелил, чтобы потом не было такого, что тебе одного патрона не хватило. Надо перезарядиться. Эта сука, она... Вот это отвратительно сделано, серьезно. Угу. Так, так, так. Ага. В принципе, осталось только комната боли. А, ага. Ну, это восточная... Какие-то доски валяются, вроде не было ничего. Блин, сейчас это будет отвратительная, омерзительная, громкая музыка. Фу. Фу-фу-фу-фу-фу. Так, я не помню, что у нас тут. Ну-ка, F5. А это что такое? А, сюда приезжает второй лифт, да, когда этот спускается, они там, система противовесов у них. Ну вот опять же зеленым подсвечено, вот что значит? А, ну да, это заглюченный звук. Блин, страшно, она все равно страшная. Знаешь, здесь уже, по идее, никто не вылезет, но все равно страшно. Да, плохо оттекстуренные чувачки. По-моему, мы там где-то по кругу прогулялись, но этот ключ от комнаты боли, он мне покоя не дает. Как будто мы что-то взяли и что-то где-то... Ну вот опять же. А там это я бы с другой стороны пришел, да? Вот комната боли. Туда вниз это камень. Пошли на самый верх, короче. Пошли в самый-самый... Я же вниз спускаться начал, погнали на самый верх, F5. Да хорош, музыка, блин, сейчас, ну серьезно, у меня говно в жопе, я говорю, просто засыхает от таких звуков. Страшно же ебать его в нос. Воу. Ага, вижу. Слышишь? Ну давай, согрись. Слышь.
Вы видели, да, вот это сейчас? Мать вашу, как же это было тупо, а? То есть пока ты не зашел, считай... Ох ты ж, падаль такая! Так, пока они не успели на меня сагриться, давай. Следующий. Следующий. Ну давай, 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 я... Во! Тут сдохнешь ты! Отлично. Как я вовремя сохранился, на. И как они удачно прям за подсвечник выпрыгивают, просто обосраться, F5. Так, так. Ну сюда я не заходил еще, да, согласен. Так, а с этой стороны... А, вон она, зеленая дверь, окей. Погнали. А что она зеленая? Или это ключ? Пороха, пули и аптечку. Так, блин, как бы мне аптечки-то не взять? Пацаны, не хочу аптечки брать. Мне... Ага. Ага. Так, понял. Здесь куча аптечек. Блин, еще один, что ли, босс сейчас будет? 5. А, хотя, может, потому что здесь зеркало. Черное. Намек на это. Погнали. А, зелененький может светиться, потому что вот, вот там что-то зелененькое. Отвратительная музыка. Хватит на меня... Э! Нет никого. Никого. Окей, я буду прям почаще сохраняться. Открывай! Ну! Давай, иди сюда. Бля, моя нога дрожит, серьезно, что? Ну где ты там? Если за смертью только посылать, ждешь тебя, ждешь, что там? Ядрен батон, еще что-то здесь новое. Да открой ты. Дерьмодемоны? Никого нету, пошли дальше. А, это все еще комната. Это мы еще все еще поднимаемся, понял? Драпаем дальше. Нахер. А, вот ты, извини, чувак, не заметил тебя. Это я так на самом деле бодрюсь, смешные шуточки. Это я просто постоянно болтаю, чтобы мне не так страшно было, а то страшно, серьезно. Ну! На! А то прям страшно, серьезно. Ух, и двери замечательные, которые открываются в обе стороны. Да хорош, музыка, здесь уже все. Ага, пульки. Замечательно. Что тут? Да куда мне столько аптечек, ребят? Ну что, вы серьезно думаете, что я могу эти купыри забороть? Ну может хотя на очень сложном уровне. На сложном уровне, по идее, есть аптечек меньше должно быть. Нахер тогда есть на среднем уровне столько аптечек? Есть кто, никто? Так, это опять же туда, да? Ах ты, сучи! Что-то я сообразить не могу. Он не перезарядился, сучка. Не перезарядился, гад такой. Да, да ты, оглазый, сука. Как же он долго перезагружается, а? Не. Лучше из этого было понятно. Хоть. Минус раз. Да я. Опа. Ой. Да подожди, чем сразу согрелся-то? Ну, уйди. Мумия. Вылазь. Я так понимаю, штуки три примерно выпрыгивает, потом все, да? Да, потом заглючивает нахер звук. Ух ты ж, сука, тут еще два. На. Да как ты про...
Промазал-то, пидрила! Ладно. 85 хп, нормально. Нет, я продолжаю шествие в комнату боли, я не... А, ну да. Звук заглючен. Эти зеркала... Мне страшно. Мне страшно. Я не люблю хорроры. Мне страшно. Вот откуда ты, там не было никого? Сука такая, F5. Так, патронов мне, пуль. Ага. Я, кажется, знаю, куда ведет этот лифт. Если он идет туда, куда я думаю, то это вообще бред. Ух, отлично. Все взял? Петь. А! Ты... Стой! А ты назад приедешь, я надеюсь? Будет весело, если он только в один конец. Ну кто же знал, что он возьмет и так ущемает резко. Слава богу. Сейчас кто-нибудь приедет, смотри. У меня даже анимация звука закончилась. Печальное зрелище. Поехали. Главное, клавиши в зад не потерять. В смысле, в С, А, Д. Пять. Так, что-то у нас. О! Патрончики. Патрончики, это зачет. Куда-то приехал опять. Да сучий потрох! Мразь, подлец, ненавижу. Бывает такая. Кто смотрел прохождение постола, тот знает. Так, на всякий случай еще раз F5 нажмем. Спасибо. Так, резонный вопрос. Зачем я сюда шел? Тут... Да хорош. И в очередной раз заставка заработает только со второго раза. Загрузка. Еще раз. Что в битве с боссом заставка с первого раза не закрыта? Игра вообще вся глюченная, запагованная и все такое. Ну трэш, господи, что вы хотите, трэш. Как это тут мигание, оно почему-то появляется только когда фрапсом записываешь. Когда просто загружался. Нормально было. Заставка! Во! Что там? Да-да-да, ты тоже понял, кто это, да, привязанный там? Это наш дедуля! Дедулю привязали, вы чё, дедуля? Дедуля, это вам не бабуля. Так, на всякий случай я сейчас сохранюсь, чтобы не дай бог. Ну вот, чтобы вот так вот не произошло, да. Пули. Патроны. Пули. Аптечка. F5. Даже не так, давай вот мы сохранимся на всякий случай вот... Вот на эту, допустим. Что тут, все? Ничего больше? Ладно, это было неожиданно, он меня подловил. Видал, он стоял караулю, думаю, сейчас по-любому зайдет туда проверить, что там лежит. Тут-то я его и пидорну. Заставки, да что с вами такое? Вы что творите вообще? Ну я вижу, да, что какой-то монстр появился. Ну ёперный театр, ну ребят, ну... Ну это ж не смешно, но вся динамика теряется. Я перезагружаюсь, я уже не обсираюсь с этого момента уже. Я знаю, что сейчас появится какой-то босс, и надо будет его мочить. Значит, я сейчас возьму крест и буду с крестом его. Где тут у нас? А, нет, погоди, не с крестом. Давай сначала вот это возьмем. Смотри. Ти-ди-дим, ти-ди-дим. Там, я сказал, ти-ди-ди-ди-дим, ти-ди-ди-ди-дим. Во, да твою же ж мать, сука, в рот тебя спасать. Ну как вот в упор можно, вот ты на него вот так вот смотришь, вот так вот стреляешь и промазал.
твою же жизнь. Еще раз. Тык-тык-тык. Чувак, а ты сам сюда не зайдешь, а? Пожалуйста. Я сказал тык-тык-тык. Эй, эй, я тут. Выходим. Да иди нахер. Не хочешь, как хочешь. Так, давай мы здесь только F5. Наконец-то, мать его. Я крест не взял. Ну ладно, сейчас мы возьмем. Давай, кто ты там? Бля, не стрёмный пиздец. Ты как бы не видишь, что ты в меня не попадаешь? Блять, у вас страшное! Выше, вы чё, охерели? А, это так и сидит на крыше, дебил. Не, подожди, а кто там с крыши стреляет? Точняк. Там есть такие враги, да. Сейчас, погоди, дед. Из манускриптов Гримвальда Вориуса. Если граф вознамерился воскресить князя Малаши, то ему потребуется кровь девственницы-аристократки, чтобы совершить обряд в гробнице. Но этого мало. Чтобы распечатать гробницу Малаши, необходима добровольная жертва, готова расстаться с жизнью при первых лучах солнца. Так что у нас времени еще до хера. 64 как минимум. А манускрипт, который мы нашли, это прям по-любому тот самый манускрипт. Ну ты ключ-то возьми. Святое распятие. А что, я выкинул его, что ли? Что, дурак, что ли, совсем? Ну да, понятно. Мыши, идите в пень, серьезно. Давай, лети сюда. Не-не-не, вы чё? Так, ладно, нахер. Вот как-нибудь так на превьюшку. Как-нибудь. Вот так вот. Ну там посмотрим. Грегори Уидвилл. Старина, похоже, что эта чертова вампирша пошла отдохнуть в своем гробике. Она в склепе, в подвале восточного крыла. Пока она дрыхнет, надо ткнуть ее осиновым колом прямо в сердце, уж тогда-то она успокоится навеки. Как думаешь? Да, у нее же еще есть ключ от западного крыла, а там все наши, кроме Ребекки и Шнайдера. Так что надо как-то вытаскивать старичков оттуда. О, вспомнил. Я узнал, что отец Ави спрятал в ларце священный свиток. Но ларец-то забрала эта самая вампирша, про которую я говорил. Ну ты понял, что делать, да? Ну ты... Где? Да летучие мыши бы задрали... Корень просто задрали. Сколько ж можно? Так, F5. Стоп, сохранить. Чтобы, не дай бог, не просрать нам нашего дедулю. Потому что наш дедуля это просто все. А там наверху, между прочим, ружье валяется. Его надо забрать, сложить. Вот не страшно, мыши. Так, кремниевое ружье. Да кто? По времени, нормально. А я не помню, кстати, сколько там было времени. Воу. Сучка ты, ну криворукий дебил, вылези из текстур! Так, где наш дед? Дед-пердед. Воу. А, дед типа пока такой не проделал, да? Ну-ка, что у нас там с ружом? А, ну, в принципе, те же патроны, те же пули, те же боеприпасы. Уйди нахер, а? Слышь, дед, может, пойдем, а?
Погнали! Чё? А, сука, ты не заметил, извини. Замыкался такой главный. Я ни к чему, подумаешь. Вроде говорят, ружо получше. Чем-то там. Вылези. Идешь, да, отлично. Деда просрать нельзя ни в коем случае. Дед нам дает ключ, этот пулемет. Пойдем. Молодец. Ну как прыгает еще. Так, он сказал, где-то в подвале у нее гроб. В каком подвале, хрен просышь. Но это мы сейчас узнаем. Главное, дед спасал. Ай, красавец. Вот, вот так напрягешь. Ну какой дед. Ты смотри, какая присуга у него, да? Ты наружу-то сам как упырь. Ну, блин, пресс у тебя, чувак. Просто мое почтение. Залазь. Погнали. Залазь. Дед, ну тут некуда дальше отойти, залазь. О, отлично. Опять. Срочно не хочу, чтобы вы убили. Вот на всех остальных вообще похер, абсолютно. У меня, кроме, у меня есть оружие, все. Остался один автомат, который мне может... О, аптечка. Который мне даст этот дедуля. Все. Фрэнк, а подожди, может это не он? Черт, это Грегори, нахер ты мне нужен, слышь? Иди в жопу. Серьезно. Я думал, это дед. Это Грегори. Где-то в подвале у этой шмары... Да-да, я понял. Куди? Где-то в подвале у этой шмары... Гроб спокойничка. Ну, с ней самой, в принципе. Так, сейчас, погоди, погоди, давай. О, пацанва! Стопэ! Ах ты, сучка! Да я думал, они закрыты. Я прям расстреляю сейчас через... Блять. Ладно, хер с ними, с пулями. Ну ты просто... Ты смотри, что он сделал, да? Он прям подошел так и втащил ему. Он не растерялся. Чего? Кто такой борзый окна тут мне бьет? Оплатить кто будет? Это ты? Это твои там друзья были, а? Ой, господи. Как же тяжко с вами, ребята. Привет. Черная жижа. Жижа. Ну, раз здесь парни агрятся, значит, мы идем правильным путем. Это что у нас? Зал раздумий. Зелененьким такой подсвечен. Нам сюда, да? Все, понял. Или вот так на превьюшку. Просто такое освещение здесь интересно. Потом все какие-то белесые превьюшки получаются. Ну, подожди. Во! Сейчас. Там наверху будет написано Носферату. Вот как-то. Во! Вот так вот. Я знаю, что это не очень рационально, но... Сейчас я сам пристрелю, еще раз так сделаешь, серьезно. Как они любят поднасрать вот и внезапно испугать чем-то вот таким. Так мы тут были. Ну да. Так где тетка-то, А я пошел вот туда в прошлый раз, так. Ага, ну-ка пошли. Ну-ка. Ну что ты убрал-то? Кто тебя просил? Ну-ка пошли, комната мрака. Слышь? Там библиотека, в принципе, да, это мрак полный. Хотя наоборот, учение свет. Вообще лажа вообще полная. Учение свет. Почему мрак-то? Ну, почитаем. Энциклопедия живых мертвецов отца Авеля, часть 3. Десмодеи, древняя раса вампиров. Это наполовину люди, наполовину летучие мыши. А, мы как раз одного Десмодея давеча в прошлой серии. Подобно своим дальним родичам семейства Десмодовых. А, Десмодовые, это же летучие мыши, собственно.
Они также имеют в слюне особые вещества, не позволяющие крови сворачиваться. В мире духов у графа есть могущественные союзники. Они-то и позволили ему переправить этих существ через порталы, расположенные в ключевых точках замка. Да, порталы эти я видал. Так, F5. Ну уж в любом случае, спасли чувака, надо как-то его до конца... Ну, возьми. Его как надо до конца спасать. Энциклопедия живых мертвецов отца Авеля, часть 4. У бешеных псов дьявола угольно-черная шкура и горящие глаза. Ну да, мы их тоже видели. Из их зловонных пастей брыжет пена, а между длинными желтыми клыками торчат останки предыдущих жертв. Псы дьявола чуют страх своей жертвы. Чем сильнее испугана жертва, тем яростнее нападают. Да. Итак, ну давай. То есть, чем больше мы испуганы... А я был испуган, что они на меня агрились. Помню, очень-то был. Блин, ну ты в рукопашку, мне б тебе... Не, не надо, чувак. Пошли. Не надо оставаться и что-то там охранять. Не вздумай вообще. Идёшь за мной? О, правильно. Я тут просто думал, может, мы можем как в этом... А, это заключенная комната? Тогда херово, если честно. Я думал, ему можно выдать этот. Да ладно, мы что, по кругу прогулялись? Оружку ему можно выдать, я думал. Окно. Да хорош, реально мы по кругу прогулялись. Это что за бред? Суки. F5. Ладно, пошли сюда. Так тут вообще ни хера нет. А, ну аптечка, ладно. Так, я ничего не понял. Куда идти-то тогда? Откуда ты здесь? Мы только что здесь были, не было же никого. Не, мужик, второй раз ты меня уже этим не напугаешь. Ты фальшивишь. И не выпадаешь внутрь. Так, туда это куда-то туда. Так, что у нас здесь? А, можно по верху прогуляться. Пойдем прогуляемся. Вот! Сука. Что делаешь? Не знаю, что ты делаешь, чувак, но продолжай, это очень эффективно. Ай, сюда. Ну ты где там? Слышь, говно. Говно? Вообще говно. Говно должно говорить громко. Говно. Ну и хер с тобой. Вы видали, как он просто лупил воздух, а этому упырю было... Слышь? Чувак, может хватит уже, а? Как вас еще раз там, Грегори, вы чё? Вампирка посъебался. Слышь? Спортсмен. Ну давай. Слышь, да куда ты помчался, ты дебил? На! Ну, наконец нашелся. Нашлась пропажа. Так, пошли тогда в другую сторону, раз он здесь перепрыгивать не хочет. Он говорит, ну чё ты, ну я же не Натан Дрейк, чтоб такое перепрыгивать. Я даже... На! Да так же он ружье, как и пистолет перезаряжает. Чё-то разницы вообще особо не вижу, дай-ка лучше пестик. Он как-то поменьше, он посимпатичнее. Оп! А, нет, перепрыгивает, смотри-ка. Show me the way. Шли. Да твою же ж мать, ну как здесь можно было ХП потерять? Как? Объясни мне. Ну а пошли сюда. Я не знаю уже, куда уйти, серьезно, я запутался, я заблудился. Тузи. Ребята, они просто... у них звуки омерзительные, их голосов. Так, что у нас тут? Да хорош, куда идти? Ай! Я просто не понимаю, куда нам идти. Так, у нас есть сюда.
Вот куда я ходил в прошлый раз? Я, по-моему, ходил куда-то строго в одно место. А, вот. Come on, foul beast, I'll get you. Да хорош, сука! Дед, ну ты даешь... Ну ты даешь просраться вообще, молодец. Ты смотри, что творит. Птичка. Опа. Опять. Я так и не понял, где эта мразота, которая... Вот, о, комната более один. Окей, в пять. А там была комната более два. Ну-ка. Ну-ка, пойдем. Пойдем-ка. Смело мы в бой пойдем. Чемпион классным запустом жопу надерем. Сам Христос нам за командиром. Мы спецназ, истребители вампиров. Здесь мы уже были, пошли отсюда нахер. Смело мы в бой пойдем, чмырем с кастом запрошь, там жопу надерем. Сам Христос нам за командира, мы спецназ, истребители вампиров. А почему я тут не был? Иди, иди сюда. А. Они типа тоже демонические твари, поэтому... Слушайте, ребят, ну хватит, куда мне их столько? У меня их 44 штуки, мне их солить, что ли, эти осиновые колья? Серьезно, 44 осиновых кола. Какой-то тогда осиновый кола... А, вот эта дверь сраная, которая... Как-нибудь разбаррикадировать бы. А подожди, а где дед-пердед? Слышь, Грегори? Ты дверь что открывать забыл, как Грегори? И сюда. Грегори, иди сюда. Он уже старенький человек все-таки. Пожилой, даже я бы сказал. Так, давай сначала наверх заглянем. Ну, это... А, это Грегори там скачет. Это что такое? Еще пули. Хорошо. Пули лишними не бывают. Вот осиновые колья мне нахер столько не надо. Сюда, я понимаю, ладно бы их можно было применить куда-то. По идее их можно как факелы брать, но, блин, это тогда вместо чего-то будет вот осиновый кол как факел подожженный. Нахер мне это надо? Хитрён батон. А, так я тут был тоже. Я прям теряюсь. Турури. Я сейчас знаю, куда мы выйдем. Еп. Он прыгает, говорю, он сам как упырь. Он выглядит как упырь, он прыгает как упырь. Они как-то вообще... Так, ладно, ну-ка. Пойдем наверх. Я уже запутался, все. По идее, надо бы, я так понимаю, групп-то у этой твари должен был где-то примерно в тех же краях, где и сама тварь была. Потому что, вспоминая битву с предыдущим боссом... О, отлично. Вспоминая битву с предыдущим боссом, так, там тоже ничего нет, а гроб там был буквально внизу под той крышей, но здесь мы вниз спустились, там ничего не было, и гроба нигде больше... А, нет, с другой стороны посмотрел. Я аптечки искал, я посмотрел, так что я хер знает, серьезно. F5. А если ее не убить, она потом появится еще где-то? Не хотелось бы, конечно, мало ли. Да хорош, мы все ниже и ниже. Куда? Комната более два. Вашу мать. Да не, нахер, не хочу я в комнату более. Хотя ладно, подожди. Нам найти бы там, где камень внизу валяется. Вот там выход. Так, что-то я куда-то набрал. Так, я здесь был. Пойдем, Грегори? Ага. Да-да-да-да-да. Давай, вылазь. Слышь? Не вылезет. Ладно. Я думаю, мало ли. Опачки. Опачки. И маленькую еще. Опачки. Вот эта маленькая, это была средняя. Вот, блядь. Ты хорош. Не страшно. Тьфу на тебя.
Фу на вас еще раз. Я уже не столько боюсь. О, привет. Сколько я запутался. Здесь я не был. Молодец, отвлек на себя, уважаю. Маленькую аптечку, отлично. Так, F5. Пять. Пять. Шли. Здесь настолько одинаковые комнаты, что я вот реально, вот это вот беда серьезной этой игры. То, что они реально буквально одинаковые. Буквально. И ты просто уже перестаешь понимать, где ты был, а где не был. Потому что они даже... хоть пара сраных стульев стояли бы где-нибудь так, чтобы ты... Ага, вот мимо эти пары стульев я еще сейчас не проходил. А тут хер пойми просто, куда я иду, где это, чего. Вот там вот этот камень, где вот он был? Опять толканы. Комната боли 2. Да ё-моё. Пошли сюда. Блин, что-то под мышку что-то попадает. Ой, сейчас, вот так. Ничего не понимаю. Что-то глюкануло. Ну-ка, F5. Вот мы идем наверх. На кой хер нам наверх? И, кстати, то, что враг отреспился, это опять же... Ничего не знаю. Да комната мрака я был, это библиотека, ничего там нету. Сука! Ну прошло 2 часа с тех пор, как Джек прибыл. Что дальше? Подумаешь, события. Мы шли наверх, пошли наверх дальше. Возможно, просто такие ебеня вниз забрались. Хотя непонятно, мы шли вроде бы из крыши. Оказались вниз и еще под... Чушь какая-то. Да хорош! Да вы чё? Окей, ладно, давай. F5, поехали опять на крышу. Не, F6. С крыши там хода больше никуда не было. Он сказал, пойдем отыщем эту тварь и засунем ей кол в жопу. I don't know. Ебал. Залазь. Ладно. Ну хоть пуль хватает, на том спасибо. Неужели звук свиста нельзя было получше записать? Мне интересно, реально, только такие сипы прям вот. На микрофон кусок модели кусок говна записывали как будто. Так, это 3 летучие мыши с равных летают. Так, а если с другой стороны спуститься? Тут нет нихера. Тут нихера нету. Привет. Проснулся наконец. Мы уж босса сходили, убили, а ты только сейчас. Ага. Ну да. Вашу мамашу я вообще не понимаю, что здесь происходит. Я конкретно так заблудился вот в этих вот однообразных помещениях. Я так понимаю, сейчас как раз таки настанет тот самый момент, когда игра начнет нешуточно бесить.
Ну и что ты стоишь вот опять? Объясни мне, что ты стал? Пошли! Упырь, блин. Самый главный упырь, вот. И сюда. Больше тут некуда идти, только вот в эту дырку, ладно. Дебил, вот дебил. Нихера себе ты скачешь. Давайте на этой грустной ноте мы, собственно, и закончим. Это был полный просто пиздец. Это, вот, вот это нельзя другим словом писать. Это был полный вообще пиздец. Он взял и тупо Ладно, давайте мы это закончим. Сейчас я уже сделаю так вот F6. Чтобы ничего там и не сохранится прямо на этом месте, где он погиб. И попытаемся все-таки мы в следующей серии найти выход из этого странного лабиринта... Хрен пойми чего, я просто не могу понять, они одинаковые все эти комнаты, совершенно никакой между ними разницы нет, серьезно, не могли бы хотя бы стульев каких-нибудь понаставить, типа в этой комнате стоит стул, в этой комнате не стоит стул, и ты уже понимаешь, что там, где и чего, тогда мы тебя сохраним, сохраним вот на эту, даже не спрашивай, пересохранить, не пересохранить, продолжить. И все, ссылка на плейлист будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Подписывайтесь на канал по обзорам фильмов и канал того человека, кто делал заставку и писал музыку для нашего канала. И за всем все, продолжим в следующей серии. Постараемся найти выход, потому что что-то какой-то бред, а ты... Иди нафиг.